За педагогический труд и старания, победа и признание методики обучения. В Йошкар-Оле завершился городской этап конкурса профмастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Помимо традиционных открытых уроков и мастер-классов, педагоги продемонстрировали свое мастерство в проведении родительского собрания, педагогического совета и методического семинара. Всего в этом году в конкурсе участвовали 24 педагога, из них 10 учителей и 14 воспитателей. В итоге учителем года признана Янина Царегородцева, учитель географии лицея номер 11 имени Александровой. Звание «Лучший воспитатель» была удостоена Татьяна Куликова, педагог детского сада номер 65. В дошкольном учреждении она работает всего 2,5 года, но за это время смогла внедрить в обучение детей игровые технологии и проектную деятельность. Игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, поэтому мое занятие строилось на игровой деятельности. Через игру дети даже больше учатся и познают окружающий мир, чем на многих занятиях уроков. Победители представят свои методики в мае на республиканском этапе конкурса, а уже летом лучших ожидает российский конкурс. Отмечу, что цель подобных конкурсов очевидна – поддержать творчески работающих учителей и воспитателей, повысить престиж и статус профессии педагога.